перекусили, продолжаем. Ну не хочет, да, давай еще больше назад. Ловишь, не ловишь? Ну либо так, либо так. Как проще будет. Каждый так. Потом заворот туда, непонятно, я не вижу отсюда, куда заворот. И мы встаем на лесную дорожку. Десантура. Неплохо, неплохо. Чача, что надо. Не, не крути колеса, нет, пока не надо. Остров весь несет. Сейчас туда поедет, ну раскорячку. Возьми левее, чтобы заехал туда налево. Здесь дерево не пустит. Что там так намято? Намято, да, намято. Сейчас как раз. Это четвертая, да? А не помню. Нет, третья, по-моему. Прикольно тут бобровая болотина. Куча завалин. Деревьев. Видел? Просто мимо всего наткнусь, и это могла
Это что, вот Ослово, короче, переезжать, в Турбине, Багназа, в Имрану зайти, куда хочешь, короче. Спасибо, богиня говна. Очередной раз. Очередной раз. Еще один. Да. Вот это масштаб. Большая бобриная плотина. Посмотрю, может здесь нормально. Что там это, горячится? Пока нормально. Дерево удивления. Куда? Мог я сейчас заплыв устроить. Левее, левее. Здесь сильно накопано. Проще пильнуть. Тут такой объезд. Чачу. Квадрики там обижают. Так, замедляйся. Ну, видимо, GPS там дурит. Да, да. Значит, все. Все. Я тебя поздравляю. Давай, Петюрик. Осталось доехать. И сдаться. Кац предлагает сдаться. Так, не спеши. Где-то выезд есть на дорогу. Прямо? Да, прямо, да. Приехали. Сейчас сдадимся. Не хватает. Здесь она была, да, дерево. Здесь все руин. Ну это у нас есть. Нам подписчик подвез. Вот это надо разрушено. Это, соответственно, тоже есть. Фара. Прикрутим. Это есть. Подписчик прислал. Дверь обновили. Была только здесь, а теперь здесь. Открывается, интересно. Послопак забрали? Что у нас в подвеске? Ну, наша заварка. У нас температура масла отвалилась. Коробки. Вместо того, чтобы получать призы на награждение, Паша сказал, что ну ее нахер. И поедем ломать рулевую тягу. Поехали. Нет. Ты сказал, что поехали. А, я ударился в моду. Я хочу делать очки. Я хочу делать крутые очки.
Я бы здесь тебе нарисовал, если бы белый маркер был такие, знаешь. Глаза. Да. В общем, борода в том, что мы поехали эвакуировать. В общем, борода. А, гроза. Пошли эвакуировать участника. Ты там это. И сломали второй раз. Что? Ты там тарахти, а я поговорить. Да, классика, да. Каждый своим делом занимается. Сломали рулевую тягу. Слава богу, что мы сломали ее здесь, а не как обычно там, на дорогах общего пользования. Так что благодарим организатора за предоставленную возможность теста рулевого. Она уже... С предыдущего раза у нас очки для сварки не появились. Паша заруинил тонировку. Вот. Хоть на что-то она пригодилась. И изготовил себе очки. Вот, теперь... У него как очки с Алиэкспресса. Как очки с Алиэкспресса, Паш? Огонь. Огонь? Да. То есть можно не покупать? Нет, в самом деле очень даже неплохо. Да? Сколько слоев? 6 слоев. 6 слоев. Да. Это сколько, интересно, там тонировка? Я не знаю, но там пятерка. Когда мы варили-то? Вчера. Вчера варили, да, там спецэффекты в глазах, как бы, и если бы он еще себя сварил бы, то потом бы долго уже ничего не варил, поэтому надо было. Мы, конечно, ходили, искали бутылку, что... Я все нашел, кроме бутылки, нашел пороги от машины, там памятники нашел тут. Значит, показываю. Ну, видите, да, где мы его сегодня заварили. А сейчас отломалась сама резьба, а резьба, она внутри. Да нет, там, наверное, ничего не видно. Идем, пережидаем. Там на улице ливень, чем ты занимаешься? Почему ты себя поливаешь? Кто здесь? Откуда этот звук? Настоящие сварщики обрабатывают себя водой, да? Я обрабатываю фентрил, чтобы он не прогорел. Мокрый сварщик, пошел варить. Да. Дождь не отпускает, поэтому... Конкурс мокрых сварщиков, да? Пока мы варим, ребята, экипаж, который терпел бедствие, доехали до нас, дошли пешком. У них, оказывается, как нам сообщили, там лебедка только типа сломалась, но он еще и двигатель не заводится, поэтому надо будет его машинку-то обратно на веревке тащить. На самом деле это классика эвакуации, когда ты едешь и у тебя тоже какая-то борода случается и... Все по жанру, как надо. Давай вокруг бампера. Вокруг? Да, вот здесь. Короче, едем. Смотрите, потому что обычно отваливается все машины, которые буксируют, потому что быстро едем. Потому что толкаем. Ощущаете, да, сдвигаем землю. Он руль вообще не контролирует, а он, когда надо влево, он вправо, короче, он его тащит, как кирпича вообще. В случаях обычно, если у второго автомобиля маленький дорожный просвет, получаются плохие вещи. Колеса вот так. Да, колеса вот так. Много всего включаю. Топи. Взяться и все, потянуться лебедкой. Лебедкой я хотел на сзади. Пробуй.
У них работает ребятка? Да. Да, 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 это точно надо. Я просто рвать не хочу здесь. Я же могу еще сам порвать по всей этой веселой. Так а ты не это, ты не тяни. Не крутит колеса? Ну практически, да, если не идет, копает сразу. Просто больше назад и ты езжаешь на двоечку и пошел. Так-то нагрузки нет, чисто инерцию использовать. Так она не идет. Инерции мало. А-та-та-та-та-та! Лампочку зажег, ярил. Зажег лампочку у Нивы. Ну. Аккумулятора нету? Дай назад бег чуть-чуть. Хорош, хорош! Конец! А? Наш аккум все, конец! Кончился, да? Все, да. Мы шокол, ну, загнули. И все. Дернуть надо вперед. Он в ступеньку уперся, просто носил, носил он две машины. У вас задняя не работает, да? Нет. Ну тогда только дергать там вариант. Нет, только раз. Мне кажется, надо развернуться, вытянуть сначала эту ступеньку, потом. Потом, короче. Ё-ё-ё. Дай больше инерции и все. Я понял, она вверх очень сильно смотрит. Хочу, чтобы вырвалось. Нам прилетело в башку. Тащи. Пошла. Короче, натяг не это. Не хочу я вырывать. Там что-то, или чтобы это просто под мне в голову прилетел. Или что-то порвал, короче. Поэтому мы сейчас лебедку проведем этот сложный участок, как-то так, так проще, так надежнее, так не развалим ничего, точно все доедем. Нам потом еще по основной дороге толчиться, я думаю, что у нас это часа два займет. Так давай обычно это весело на 15 минут превращается. А? Давай заднюю, поехали, подходим. Сейчас спуск такой неплохой. Прям за тор... Ой-ой-ой, за тормоза переживаем. А? В эту парку лазер приезжал.
первый колесик маленький. Вам объездка, конечно, не нужна, но вот там вот, если что, есть объездка, вот эта вот объездка. У вас там нормально, все живо, да? Не, у нас все живо, то есть у нас тупо сдохла катушка. Рассказывай. Можно сказать, что подписчик в машине? Однозначно, да. Однозначно? Да. Антон организатор, один из, да, организаторов. Просто мы, когда поехали выручать его, типа, дорогу покажешь? И он поехал с нами. Сейчас, наверное, всех наградили, всем все раздали. Вот. Нам что-то, говорят, тоже что-то должны были дать. Вот. Но, честно говоря, если нам вот шавуху дадут, это будет вообще топчик. Ну, а если шавухи нет, у нас есть тушенка. Вот, лося-ся. Короче, лося Паша припёр. Оленя. Оленя. Лося. Вот, ну рогатый-ка, какая разница. Лося к подлагу. Перекусили. Это какие-то медали раздали. Не очень понятно. Зачем? Вот, лучшая петля, 2020. Ну, наверное, памятка участникам. Магнитики. Изолента. Изолента. Черная. Да. Синий нет? Синий нет. Синий нет. Какие-то фотографии еще дают. Что-то один место категория К3. Паше тоже дали. Тоже один место категория К3. Да. Это из транспортной, что ли, накладная? Одно место. Одно место, да. Мне и груз пришел сейчас, 262 килограмма. Широкие колеса. Ну, там 4 места. Ну, в общем, как-то так. Я очень-очень-очень сильно доволен. Понравилось все, кроме леса. Очень узко и... Ну, блин, ну, не очень интересно этот лес ездить. Вот, искать там дорогу. И... Оффроуда там никакого нету. Это квадроцикла, наверное, интересно объезжать. Но для... Мне кажется, любой машины это неинтересно. Там и не быстро не поехать. Я не знаю, в чем прикол. Ну, да. Просто так бы на дорогу проложить. Лесника, наверное, надо было. Пашкара. Я мошку вдохнул. Без лайков, комментариев. Просто пока.